Всех приветствую, дорогие друзья, с вами Левша, и у нас сегодня с вами что? Никогда не было, и вот опять Мантикора. Танк, убивший мне аукционы напрочь. Целый месяц я уже на ней играю. Так, ну что, для тех, кто не знает, стримлю я на Ютубе, где вы обязательно прожимаете лайк. Стримлю на Тро, где вы можете скидывать ману, и на ВК Play Live, где можете прожать сердце. Также напомню, что для подписчиков ВК Play Live платная подписка дает вам доступ к просмотрам видео на Бусти. Там я тоже выпускаю рубрику «Левша горит». Она очень качественная, очень крутая, интересная. Вот. Но она на Бусти. На Ютубе, если я выложу, я буду 18+ ловить. Вот. Как-то так. Вот 19:00, а вот и я, а вот и Мантикора. Как написали в чате, переходи на Ру-6, там классно карты балансит. Конечно, там классно карты балансит. Я вчера ощутил это в первый же. Так, ну что, я вчера сколько, 7 часов постримил? А сколько сегодня постримил, я не знаю. Но я надеюсь, что я буду приближаться. И останется совсем немножко. И я возьму это. Так, смотрим, повышение отметки произошло или нет. О, нет, спад отметки происходит. 5449, вчера было 5452. Я слежу за тобой, сука. Так, ну что, поехали, все. Дмитрий, вечер добрый. А почему у тебя выключены случайные события? Если мои наблюдения верны, благодаря им чаще выпадает проха. ТК они там есть, но химки... Не, что за случайные события, не совсем понял. Случайные события где? А где у нас? Олег, еще умничка. Нормально, по итогу. Неплохой бой. Так, ну что, ребят, 9к суммарки, прожимайте лайк на стриме. Это было неплохо. Как плохо, блять. Ох, нихуя, кто меня засветил? Что-то я не совсем понял, блядь. А, тут может что-то быть. Блядь. Я тебе 2 стрима назад говорил, поставь инструкцию «Концентрация на цели с перком злопамятный» — это плюс 5 сек к засвета противнику, итого 11 сек. Ты проигнорил. Бля, это не все советы всегда могут быть. Не всеми советами ты можешь первый воспользоваться, не все советы полезны. И все советы можешь оценить как полезные. Понимаешь? Мне кажется, и Даниил бы взял уже ХД. Спасибо большое. У меня эта карта, вот Тундра, это очень плохая карта для ЛТ. Одна из худших для ЛТ. И она у меня была в бане. Но я настолько устал от аэродрома и перевала, они мне столько раз нахуй попадаются за стрим, что я забанил нахуй аэродром и перевал. Теперь у меня Тундра, который мне где-то выпадает, Сталинград мне выпадает, Химкенск мне выпадают. А Малиновка и Прохоровка нахуй не выпадают уже 14 часов, блядь, стрима. Почему, ебать? Что это за хуйня, блядь? Почему мне Прохоровка и Малиновка не выпадают? Почему мне, блядь, Песчанка, блядь, постоянно не выпадает? Что это, блядь, за баланс карт залупишный? Ебать, нихуя себе. Нихуя себе, блядь. Каким богам помолиться верующим могу стать в моменте? 15 часов я ее не видел.
«Ассалям алейкум, братья», — сказал волк, и три поросенька облегченно вздохнули и хотели открыть дверь. «Пусть член в щель покажет», — вдруг догадался умный Наф-Наф. 15 часов! Ура, товарищи! Ура, товарищи! Только, блядь, сейчас можно сдохнуть в начале боя и все, потому что, сука, нельзя, блядь. 15, раз в 15 часов играть на Прохоровке, играть хорошо. Пока ты остаток стрима не включая резервы, веселей пойдет рандом. Пизда ему. Нет, если он уедет? Нет, 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 блядь, я не верю, что вы такие уёбки. Короче, ЛТ очень агрессивно стоит. Блядь, а где он стоит у нас? Да, у нас очень все хуёво, у нас монти... А где он? У нас есть ебы? А у нас что есть? Не, он скорее всего, ну тут скорее всего стоит где-то. Неужели ебать просто, блядь? Нихуя себе, Прохоровка, ура, ура, ура. Нихуя себе, нихуя себе. Мужик, ебать ты лучший просто. Господи, а кто их светит, ебать? Какого куя стали по 3 ЛТ закидывать? А, их мантикора наши высвечивают, я понял. Где ты нахуй, блядь, будешь пиздить мой засвет, блядь? Блядь, надеюсь, не уебут меня. Чёрный на отстреле не знает, когда демон светит. Хрен нам Прохоровку, блядь. Получается, я то ни при чем. Извинись. Прохоровка, в смысле? Плюс 0,7% отметки сделал. При ворующем мантикоре рядом. Плюс иногда кривых союзников. В смысле ни при чем. Это ж помимо еще этого психологически тяжело, блядь, на этих городских карт постоянно играть. То есть 0,7% отметка ап — это плохо, что ли? 9к суммаркину. Ну, понятно, 15 тысяч это лучше, чем 9к, но тем не менее, это нихуёвенько. Ладно, посмотрим, сколько остаточный. Нормально. Нормально, блядь. Восстановили отметочку. А Прохоровка должна продвигать меня дальше, понимаете? Сборка с адлампами там клуб лучше, чем у Нидина, и это и есть сборка Нидина, в смысле. Сборка Нидина, которую он мне советовал, вот эту. Может, он новую изобрел? Так, ну что, по опыту смотрим. Тот спиздил 1300 у меня всего. Кстати, немного спиздил на самом деле. А нихера 5000 насветило в ЭЗХ. 1700. Короче, этот, 3500. Ну, у них нормальные ЛТшки насветили суммарно. Я 8000 насветил. Шеридан, понятно, 1600. Ну, у нас мантикор не так много за этот. Спиздил у меня. Это хорошо. Шутка. Выходя из туалета, Андрей засомневался, уместно ли сейчас здороваться за руку с начальником. Поэтому просто похлопал его по щеке. Это хорошее влезло. Пизда мне. Пизда мне. В следующем патче Лест выведен ветку Мантисры из игры, если левша не возьмет отметку. Все как с ума посходили с этой мантисорой. Удачи. Почему, короче, их мантикор еблан, который поехал просто и сдох? Перестоял? Да нет, там без этого меня выкуривали с всех сторон. Но я не буду бомбить. У меня, честно, мне, конечно, я расстроился. Только что слил 0,6% отметки, потому что 0,6% отметки мне дается очень сложно.
Так, ладно, надо их светить, наверное. Очень хуёвый. Наши почти в ангар уже ушли. Ну, если честно, просто сил тебе, ты сможешь. Алёшенька, привет тебе. Дай бог здоровья тебе, Алёшенька. Не знаю, мне и в Астрахани я жил, мне было комфортно и хорошо все, и по людям. А по работе мне тяжело оценить, потому что я всю жизнь на себя, по сути, работал, кроме 3 лет жизни, и то с 15 до 17, и с 17 до 18 я работал. Все остальное время на себя всегда. По людям тоже все ок. Блять, сука, да нахуй, ебать, ты спрашиваешь, блять, меня? Везде пиздато жить, блять, и в Астрахани, и в Минске, ебать. Сука. Пизду, блядь, докатался нахуй, ебать, вместо того, чтобы по бою думать, ебать. Где она? Где охуенно, блядь, в Минске жить? Пиздато здесь жить. И в Астрахани пиздато жить, блядь. Но в Минске мне нравится больше, блядь. Здесь в Минске лучше жить, чем в Астрахани, как по мне. Люди везде охуенные, блядь. В Чернобылевском лесу поймал... Гондоны везде есть. Нормальные везде есть. Ее и в ужасе убежал. Что за тупорыл вопрос, блядь? Собак сказала красная шапочка и заправила член в трусы. Ты чемпион мира в эту ебучую игру. И не такие тильты ловил наверняка. Нет, блядь, тильт конкретно сюда никто не поехал, блядь. В кои-то веки мужички поехали со мной, блядь, всей командой, сука. А вражеская команда не поехала. Если зайдет. Сука, в кои-то веки они реально поехали помогать. Они поехали помогать. Они лучшие. Вот у меня Тима, блядь, охуенная. Дим, привет. У тебя, блин, борода из кустов торчит уже, а это минус 20% от маскировки. Сделай уже что-нибудь. Чего вы все заладили? Заканчивай. Если начал, надо гнуть линию до конца. Если что-то делаешь, делай пиздато. Продолжай, Диман. Где будет? Ебать, нет! Нахуй. Делай пиздато, ибо хуёво и само получится. Ибо хорошо, хоть я не разбился, нахуй. Да я твой рот ебал, блядь, точность. А чё, ему никто, блядь, его не отпиздит, да? Ну почему никто? Вот и... Блядь, чё за бои параша, блядь? Чё за бои параша пошли? За 3 боя я слил 2%, ой, 1.5%. Жадность. Какая нахуй жадность, ебать? Бой говна, блядь, которые союзники поехали на вторую линию, сдохли, а на восьмую нас тактически переиграли, понимаешь? Они на восьмую линию ни один танк не поехал. Я на монстре играю нахуй хуй знает сколько на монте. Всегда там едут вражеские танки. Всегда, блядь. Я не помню ни одного боя, когда здесь нахуй один танк оставался. И когда я попросил мужиков помочь, и они согласились, и все, блядь. И, соответственно, никто не поехал, ебать. Тот самый охуенный бой, который не случился. Как меня заебал баланс карт, блядь. Баланс... Ой, все, нахуй, не могу, ебать. Жопа горит. У меня есть сервак. Да нормальный сервак был, карты нормальные были. Ебать, да кто никто, это же стрелять не хочется, понимаете? А, ебать, сейчас у меня бабах выйдет, как ты? Ну, да. Да, блядь! Именно да, нахуй! Пизда, ебать! Сука! Почему вы не стреляете, когда не светится? Я вообще не понимаю, ебать. Из-за этого я, нахуй, психанул и выстрелил, хотя не надо было стрелять. Потому что эти, нахуй, дегенераты, блядь, не хотят стрелять по бабахе, который выставляется. Фулл прострел для всех! Ёбаный рот, блядь, с кем я играю, сука. Еще и этот пишет, долбоёб на леопарде, конченый нахуй, ебать, обезьяна, рукожопая, блядь, впервые из танка, наверное, села играть, блядь, еще что-то ебало свое открывает, блядь, это пиздец. У вас серва, стерва, да, он стоит похуй ему, бабаха фул вылезла в прострел, вы даже шотки ей не дали. Потому что вы опездалы, ебать, вместо того, чтобы встать позицию, хуярите сначала, блядь, в какую-то сторону зачем-то. Ой, я не хочу даже, я даже не хочу ничего говорить сегодня, вот, без комментариев, нахуй, блядь. Тима дегенератов, блядь, вот это, не, не Тима, вот эти три долбоёба, блядь. У тебя набор карты так хуйня, хуже уже не будет, можешь встречка нормальной выпадет. Да я на следующий стрим въебу все три режима, блядь, уж хуже уже точно не будет.
не экспериментирую со сборками. Слушай заветы Нидина. Сам же советчиков по сборкам к нему отсылаешь. Так, надо двигаться. Движение. Жизнь — это движение. Движение — это жизнь. Так, предупредил мужиков, что свет будет. Они и поехали. Ебать, он в ВЗХ нахуй. А, ебать ты... Ебать вы меня обманули, суки. Да, я хуйню взял. Зря остановился в партии стрельнуть. Это было слишком нагло. Это прям очень в себя поверил. Да пизду, ебать, законтрился, сучка. Так, ну чё, 87-44 у меня, да, в итоге? Да. Ну я сам разъёб словил, короче. Ну чё, 1.5% я слил за сегодня. Заебись, как обычно. Заебись, поиграл, короче, сегодня прям нравится мне. Одни и те же самые карты по кругу, по КД, блядь. Нормальных карт нихуя. А даже когда нормально, я там отыгрываю хуёво. Не, ну в этом бою нормально было, в принципе, и команду откидал в начале. Просто я потом хуйню сделал. Я мог доигрывать здесь. Я мог доигрывать здесь пиздец сколько, поэтому... Да, спасибо всем за поддержку, ребят. Кстати, подписывайтесь еще на все соцсети, ссылки в описании.